трасса Лена, А360, 179 серия, движение в сторону Якутска. В этой серии будет пройдено 63-64 километра. В середине серии я сделал фото вставки, которые проводил в этот день на кратковременных остановках и из окна автомобиля. Обратите внимание, там есть две фотографии пирамидки. Пирамидки, этой темы я касался, когда двигался по Карелии, Мурманской области. Такие пирамидки были маленьких размеров, ну, там по несколько десятков сантиметров. Здесь я сфотографировал пирамидки значительно больших размеров. Я пытался найти в интернете информацию, что это такое. Ну, информация самая разнообразная. Одни пишут, что это кто-то прикалывается, шутит. Вот. Другие говорят, что это несет смысл, связанный с культом. Я придерживаюсь второго мнения. Ну ладно, маленькие пирамидки, там по 40-50 сантиметров, можно собрать руками как-то, особо не прилагая усилий. Но здесь обратите внимание, каких размеров эти камни, по несколько сотен килограмм. И сомневаюсь, что кто-нибудь ради прикола, ради шутки стал бы это делать. Но это не все. На трассе Колыма такие пирамидки, уж не пирамидки, а пирамиды, построенные руками людей. И не думаю, что ради шутки прикола они бы поехали за несколько тысяч километров, чтобы соорудить вот эти пирамиды. Рассмотрите их внимательно, и буду рад, если вы своим мнением поделитесь. На трассе Колыма фотографии сделать не удалось пирамидок, потому что разрядился аккумулятор, а автомобильное зарядное устройство вышло из строя. Ну, надеюсь, там снимал на боковую камеру. Наверное, что-то попадет. Потому что на фронтальную маловероятно. Но если внимательно присматриваться, то можно будет увидеть. Я имею в виду пирамидки. Но вся трасса, повторю, ни одного населенного пункта, все вот практически в таком состоянии. Будут, конечно, участки асфальтовое покрытие, но таких участков будет еще немало до Якутска.
400 километров. 9
смотря на колеса, в каком они состоянии. На стоянке надо будет проверить давление, проверить масло. Навигаторе.
подмаживаю, чтобы могли хорошенько рассмотреть скалу справа. Сейчас прочитаю название. Амга. Река Амга. Так что если попадет в экран, в объектив, вернее, надо протереть заднюю камеру, которая на этом, на номере.
при сдаче задним ходом включается камера возле номера и показывает. О, совсем другое дело то. Отбойник закрывает. Показывает, что строится. Вот и друг стоит на дороге. Кого ждешь, дружище? Всех ругает, всех. И меня будешь ругать? Я ж тихо еду. Я ж тихо еду. Обругал всех. Амга красивая, очень красивая, скажу вам.